24 лучших команды в Новоуральске. Вот так стройными рядами шагают ребята из атомных городов. Они готовы вступить в новую интеллектуальную схватку от школы Росатома. Команды-победители муниципальных этапов метапредметной олимпиады приехали в Новоуральск, чтобы узнать имена лучших и проверить свои возможности в 10-й юбилейный раз. Это испытание не только для школьников, но и для организаторов, которые из года в год придумывают все более интересные и замысловатые задания. Это непросто. Это совсем непросто, и придумывать задания совсем непросто. И пока у нас это получается. Радость, знаете, от чего? От того, что есть возможность быть рядом с такими людьми, с такими детьми. Потому что ни одна профессия, ни одна не дает вот этого счастья быть рядом с ними и понимать, что они к тебе относятся хорошо, что ты их понимаешь, этих взрослых, этих невероятных, совершенно разных, совершенно других, абсолютно других детей. Метапредметная олимпиада, она имеет свои отличия, потому что, во-первых, это всегда командная работа, во-вторых, это интеллектуальный труд, когда ребята свои умения работы в команде показывают наилучшим образом, распределяют роли и весь свой опыт, который у них есть, всю свою логику, все свои познания они здесь могут применить. Самое главное – быстро на все среагировать, определиться со временем, с распределением того, кто чем будет заниматься, вычленить главное, что написано, какая цель стоит, какая задача стоит. И, конечно же, вот в этом быстро-быстро ориентироваться и продумывать задания. Особые гости торжества – победители первого финала мета-олимпиады. Молодые люди из Сарова сейчас уже студенты Московского вуза. Но даже спустя 10 лет хранят в памяти воспоминания о том дне, когда их команда смогла завоевать победу. Своими ключами к успеху ребята поделились и с нынешними участниками. Это было необычно, потому что олимпиада была первая, и приехав на финал, мы не знали вообще, что нас ждет. То есть сейчас ребята приезжают, у них уже есть какой-то опыт, есть рассказы товарищей, рассказы учителей о том, как это было год назад, 2 года назад, 5 лет назад. А мы приезжали, у нас не было никаких таких знаний. Приятно было победить, и приятно снова приехать в этот город спустя столько времени и вспомнить какие-то наши ощущения, напутствовать новых ребят, которые кто-то из них станет победителями. Самое важное – быть командой. И я считаю, что сейчас, что 10 лет назад, и вообще на любом проекте это самое важное, чтобы дети были командой. Иногда сложно, особенно такие разные возраста, 5, 6, 7, 8 класс. Мне кажется, даже иногда у нас могли случаться конфликты, когда мы были командой. Но надо учиться разруливать и вместе договариваться. И тогда, вот, мне кажется, это самый главный ключ к победе. Да, командные навыки – это самое главное в этой олимпиаде, потому что задания могут быть разные. Они могут быть близкие вам, могут быть не близкие вам. Но если ребята работают сплоченно, слаженно, то они справятся. Финал метапредметной олимпиады – это не только состязание. Это еще и уютная атмосфера праздника. Экскурсии, спортивные соревнования, дискотеки, спектакли, флешмобы, красочная церемония открытия олимпиады и церемония награждения победителей. Финал спустя 10 лет вновь в Новоуральске. Дело в том, что самое первое состязание прошло у нас. А теперь, как бумеранг, в город вернулась и юбилейная олимпиада. И это не просто случайное стечение обстоятельств. Любое мероприятие, которое проводим в Новоуральске в рамках проекта «Школа Росатома», финальное, оно всегда требует тщательной подготовки, большой командной работы, и, конечно же, это огромная ответственность. Но, с другой стороны, мы эту ответственность сами берем на себя, потому что любое финальное мероприятие – это конкурсная история. То есть для того, чтобы провести финал любого мероприятия для детей, для родителей, для взрослых, педагогов, это всегда конкурс. Нужно придумать, продумать, презентовать и победить. Поэтому вот мы в очередной раз такое право проведения финала метапредметной олимпиады завоевали.
Уникальность мета-олимпиады в том, что она эвристическая, то есть в ней много поисковых заданий. Школа Росатома не ставит перед собой цель просто протестировать ребенка. Олимпиада позволяет подстегнуть способности анализировать, обобщать и синтезировать информацию, а значит, всесторонне содействует развитию юного творца. Сочетание разных предметных областей, подключение творческих возможностей, работа в команде, применение навыков, полученных вне школы. Все это про каждую метапредметную олимпиаду школы Росатома. Когда-то в Снежинске ребятам пришлось заговорить на древнем санскрите, а в Трехгорном одно из заданий было посвящено математической дешифровке партитуры песни. В этом году, например, финалисты определяли тип памятника, следом делились рассуждениями на тему контекста, а еще считали размеры доходов и расходов сначала у семьи, следом для гостиницы. В некоторых заданиях даже допускалось использование интернета, ведь умение правильно формулировать поисковый запрос и объединять большое количество статистических данных из сети – тоже полезные навыки. Сейчас ожидания и реальность от финала сошлись ли? Ну, конечно, сошлись. Ожидания такие же были. Но, возможно, конечно, предстоящий тур, который предстоит нам защита, будет немного тяжеловато, так как большое количество информации приходится представлять за очень малое количество времени. Это для меня первый опыт. Мне очень интересно. Конечно, иногда сложно. Я понимала, что это будет нелегко, но меня мотивировала мысль, что мы станем известны на всю Россию и что получим какую-то награду за свой великий труд. Было задание определить несколько значений слова «коса» и составить контексты, где это слово будет в разных значениях. И я составила примерно такое же задание со словом «кисть». Кисть – это часть руки, это часть плода винограда, часть винограда, это украшение из ниток, это кисточка для рисования, это река в Тверской области. Возможно, испытания для некоторых были легкие, но мне очень сложно из-за того, что мне не хватает знаний. В групповых, да, мы друг другу помогаем, и чаще всего оформлением занимаюсь не я, но я нахожу разную информацию. Некую ответственность я все равно чувствую, потому что надо распределить роли в команде, и в основном это я делаю, поэтому есть ответственность. Ты со школы Росатома давно участвуешь в мероприятиях? Ну, наверное, с класса 5 уже, потому что различные мероприятия были различные в плане того, что надо было там делать. Но все равно, так или иначе, я принимала участие, потому что иногда это было значимо даже для самого класса, для школы. Иногда это было чисто мое желание, но уже с 5 класса, наверное, принимаю участие в мероприятии школы Росатома. А за каждым из подобных заданий стоят уважаемые рефери. Целое десятилетие они создают для ребят такие задачки, которые простой логикой не решить. Приходится сохранять тонкую грань между легкостью и научностью придуманного. Роман Селяков и Иван Трифонов, авторы такого формата состязания, изначально создали олимпиаду в помощь педагогам, для которых в то время только начали вводить оценку метапредметных результатов обучения. Придумывание всегда начинается с какого-то удивления, с какого-то удивительного факта, который иногда впрямую никогда не касается метапредметной олимпиады. Например, пришлось обратиться к лору, заболело ухо, и родилось задание про какие-то схожести нашего слухового аппарата и самолета. Или в этом году мы придумывали задания, которые связаны с тем, как по-другому звучат слова в другом контексте, когда просто оказался в нелепой ситуации, когда произнесенная фраза оказалась понята совершенно по-другому. И поэтому это вот такой вот процесс иногда случайный, но при этом он всегда такой полномерный, потому что мы на метапредметной олимпиаде, нам важно посмотреть, насколько дети умеют самостоятельно моделировать, умеют самостоятельно ставить перед собой цель, работать в команде, быть на шаг впереди других. И вот
на все это рассчитаны форматы заданий. Поэтому целенаправленно проектируем, но при этом даем возможность детям насладиться каким-то удивительным контентом, который мы вкладываем в эти задания. Специфика метапредметной олимпиады в том, что на большинство заданий нет единого правильного ответа. То есть мы не можем просто сказать «да», «нет», «умные» или «неумные дети». Здесь важнее, ценнее процесс, как дети приходят к решению. Неважно, что оно может быть даже неверным, но они это делают настолько в команде, настолько подключают нетиповые и неожидаемые иногда свои какие-то ресурсы и знания, которые они получили в школе для решения этого задания. И они собирают вот по вот этим критериям хороший балл. Понятно, что мы и предметную часть оцениваем, но зачастую процесс выполнения метапредметных заданий, он больше, больше баллов приносит команде, нежели вот сам ответ. Конечно, наши юные интеллектуалы чувствовали волнение. Их ответственная миссия – с помощью своих знаний защитить честь родного Атомграда. Но за каждой командой стояли еще и опытные педагоги, многие из которых сами не раз участвовали в мероприятиях школы Росатома. Наш город, он небольшой, но мы являемся постоянными активными участниками проектов школы Росатома. Причем начиная от детей самого младшего возраста и заканчивая взрослыми ребятишками. Это и снежные мультярики, и атомбол, и соревнования по баскетболу. Это школа проектов Росатома, конечно, метапредметная олимпиада, ну и городские наши замечательные праздники. Это День знаний, выпускной в школе Росатома. То есть у каждого горожанина эти мероприятия просто на слуху, и все в них участвуют. Возможности очень широки, в том плане даже, что мы сейчас находимся на Урале, то есть никто не дает гарантии, что мы бы с вами еще здесь когда-то оказались. Это замечательно, познакомиться с таким большим количеством людей, с таким количеством детей, новые знакомства завести. Буквально со всей страны, да, приехали сюда ребятишки. Это здорово. Самое главное, это новые знания, это новые умения, то, что поможет ребятам в будущем. На победу настроены мы, с хорошими положительными эмоциями. Команда приехала в меньшинстве, мы меньше всего, нас 3 человека сейчас дети участвуют. Вот поэтому мы только настроены на победу. И, конечно, волнуются, потому что в меньшинстве, но настроены на победу, решают все сообща, за ними наблюдаю весь этот процесс, смотрю, справляются с заданиями. Задания как бы соответствуют уровню, я имею в виду Росатому, да, как бы этим олимпиадам. Мы не первый год участвуем, мы вообще от Росатома участвуем во всех олимпиадах, какие предлагаются, да, вот какие доходят до детей. И дети с удовольствием справляются с невероятными заданиями. Метаолимпиада – лишь одно из мероприятий школы Росатома. Вместе с проектом наши девчонки, мальчишки и даже взрослые занимаются спортом, творят, генерируют новые идеи и занимаются научными исследованиями. Уже взрослые ребята видят проект школы Росатома не только как площадку для новых знакомств, но и возможность прокачать себя так, как бы это ни получилось сделать самостоятельно. Когда мы победили, нам дали путевки в Орленок. И я там познакомилась с очень многими людьми, которые вообще не могла бы знать из других закрытых городов. И с некоторыми мы до сих пор поддерживаем контакт. И даже если не поддерживаем, это был очень полезный опыт. И вообще проект «Школа Росатом» развивает метапредметные коммуникации, развивает то, что сейчас принято называть soft skills. И иногда это важнее, чем технические навыки. Потому что технические навыки, вообще в России хорошо у нас всегда это было развито. А вот здесь это действительно нужно развивать более мягкие навыки. И «Школа Росатом» это делает. Многообразие различных конкурсов, многообразие возможностей, где дети могут проявить себя, мне кажется, очень важно. И важно поддерживать это в городах присутствия госкорпорации. И это стимулирует школьников развиваться, становиться лучше в своих направлениях и, конечно, приобретать новые знакомства, новых друзей, которые потом пойдут с ними в жизни. 2 дня в Новоуральске юные интеллектуалы проверяли свои способности в рамках финала 10-й метапредметной олимпиады школы Росатома. 24 команды финалистов представили 22 атомных города. Но победить было суждено только 3. В завершении этого насыщенного марафона знаний участники состязания узнали названия городов-победителей. 3-ю строчку занял Озерск. На 2-м месте оказался Саров. Ну а лидерами олимпиады стали представительницы Снежинска. Стоит отметить, что это одна из 2 самых малочисленных команд. 3 участника вместо 4.
Мы победили! Олимпиада была очень интересная, оригинальная. Нам очень понравилось гостеприимство города Новоуральск, а также очень понравилась команда из Севска. Спасибо школе «Русатов», организаторам и волонтерам. Были классные соперники и интересные задания. Я считаю, это было бы символично, потому что 10-я Олимпиада, она юбилейная, и нам хотелось бы повторить их успех. Первый день мы, ну, были лидерами, а вот сейчас, ну, дали слабину. Но это было ожидаемо, потому что после туров мы уже сразу такие: нет, мы не выиграем. Мы понимали, что есть более сильная команда, и она выиграет. Поскольку Снежинск и Саров – это наши ядерные центры, и с начала образования городов там были самые и сейчас самые умные люди, поэтому неудивительно, что в наших фестивалях и конкурсах побеждает Саров и Снежинск. Есть и сюрпризы. Появляются такие звездочки, звездочки абсолютные, такие как Нововоронеж, Глазов, Сосновый Бор, Полярные Зори. То есть открытые города, они становятся уже рядом с нашими закрытыми и побеждают в разных событиях. И это приятно и радостно. Своими интеллектуальными ресурсами и ставить перед собой конкретные цели. Наши школьники умеют справляться с этими задачами. Доказательством тому стали 1268 школьников, участников муниципальных этапов 10-й метаолимпиады. Это самое массовое событие в рамках проекта «Школа Росатома». Этот интеллектуальный конкурс уже давно вышел за рамки простого состязания. За годы он скорее стал площадкой для реализации потенциала, который поможет каждому из участников достичь успехов.